Добрый день, девчонки, мальчишки. Буду запекать рыбку серпук. Она у меня помытая, почищена. Все. Вот так. Сейчас я ее намажу, смажу и в духовку. Так. Сначала я ее посолю. Чуть-чуть так. Сильно не буду солить. Тут тоже все хочу с головой. Вот так. Так. Сейчас поперчу и майонезиком. Так. Так, где у меня майонезик? Вот так. А на майонезик перчик. Так. Сейчас с этой стороны так. Вот так. Вот так. О. И с этой стороны также. Так. Ой, надо руку мыть. И в духовочку. Достаточно. Вот так, девочки. Не хочу ничего лишнего. Хвостик, чтоб мне не сгорел. Здесь так помажем. Вот и все. Сейчас духовку поставлю. У нас картошечка есть отварная. Разогреем. Можно салатик порезать. Вот такой у нас будет терпук, запеченный в духовке. Так, сейчас разогреется и поставлю. Ну, а Мише я пожарю куриное филе, лук и картошечка. Вот. Сейчас я надру шлачок. Картошку поставлю. Ой. Вообще нет. Вообще времени нет, честно говоря. Так вот. Все, сейчас сначала закину это. Рыбку поставлю в духовку. Так, наливаю масло. Масло. Все, бегом. Все, бегом. Так, картошечка наша. Так. Так, пусть разогревается. Так, и здесь что? Здесь уже можно поставить. Сейчас поставлю. Все. Рыба в духовке, терпук. Мясо с луком сюда сразу. Мне сказали, что как я готовлю, только свиньям так готовят. Ну пусть
делают себе там блюда итальянские. У нас, девчонки, все по-простому. Правильно? Правильно. Так, это у меня сюда. Ну и все. Сейчас это поджарю. Картошку. И готово. Сейчас сразу посолю мясо соком чуть-чуть. Все это готовится быстро. И вкусно. Ждем, девочки. Ждем, что у меня получится. А у нас снег выпал. Когда что будем садить, не знаю. Вот. Ну вот, уже картошечку закинула. Опа! Вот такая картошечка у нас получилась. Картошка готова. Сейчас рыбку буду доставать. Куда стала? Ну, немножко она у меня там, видите, развалилась. Но все равно мы будем ее чистить и кушать. Так что все. Всем приятного аппетита. И всем пока-пока.